О, да, вижу. Возьмут. На 310. На той стороне за... Зачем? За железкой. В лесу, да, в зеленом? Да, да, на склоне. Танк в тылах минус. Так, не вижу пехоты. Вижу, один лежит там. Он лежал, да, Ярч? Не-не, там ходил. Понял. Вижу двоих, да, они прям ползут туда. Могу работать. Не хочет умирать, ладно, пусть полежит. Какой азиматор? 290. Сколько их там? Видел двоих, одного убил. Что это? Беттер, что ли? Айдар, посмотрите тылы. Принято. Хер пойми, откуда вы сняли. Помощи. Блин. Принято. Снял его, снял. Ранен, ранен, он лежит. Я не вижу метку. Деревья по кругу. Откуда они метку можете? Перед железной дорогой? Да, перед там лизинки. Сука, он раненый. Вижу Мэтта, да. Он раненый, Мэтт. Сейчас по кругу к нему подойти. Быстрее, быстрее к нему. Я просто тебя вижу, если чё, скажи. Айдар живой? Нет, это кто-то. Да, живой, живой. Ай, живой! Отходи, Мэтт. Вот они сняли, я думаю, что... Метки на врага. Да, рядом. В тылы у нас. Грек одного в тылу видел. Нет, не один. А, или БВГ сдвиг. Дром, чё, Мэтт, скорее всего, хочет. Давай. Все на сдвиг. Проверка. Харюк, пройдись вдоль железки. Кто стрелял только что? Шеф там. Нет, нет, нет. Так, он перебегает, вижу, перебегает, блядь, сука, ты... Шеф. Короче, ярче под корой, они сейчас, знаешь, что будут делать? Да. Повысь вот здесь вот, блядь. Вот тут. Вижу его. Их там двое было мимо. Так, с ДВшкой один. ДВшка ловил первого. ДВшка за первым пошла или как? Блять, вот ДВшка, сука, вижу. А? Все, вижу. Нет, нет, ДВшка идет вторым. Я не боец, у меня кровопотеря высокая. Я тебя вылечу, Ашменник. Отходите, шайтан, сюда, я прикроюсь, лишу. Там еще пулеметчик сзади. Если вы... ДВшка, я работаю. Он спустился вниз. Айдар. Этих двоих убил у дороги, ярче. Принял. Они живые были. Кто СВД работает? СВД работает. Айдар живой?
Я семерку взял. Блять, по мне. Так, Мэтт, ты где? На метке Айдара. Сейчас обновлюсь. Живой? Ярый. Да-да-да. Ага, вижу его. Остановился. Тут точно наших нету. Я не знаю, но вот сверху ходят наши союзники. Прям в 50, нас тут эти дома пошли работать. Вот я вижу там снайпер наш с глушителем 710 на этой горе. И у него враг. Блин, его убили. Ёптать, не успела чуть-чуть. Айдар. Русский. Где? На 80 поднимается, не знаю, через зеленый пришел. В ответку, по-моему, вообще не поднимется. Да, походу. На слепу через дерево стрелял. А, вижу. В камнях тут у нас шарится. Подстрелил его. С трубой был? Да. Блять, а как он убил нашего-то, я не понял. Так, давай-ка посмотрим в эту горочку восток. Похоже, вижу вражеское отделение. Ну, 4 человека. Где? На 210 от меня. Но все не хотят, может быть это. У кого контакт? Кто стреляет? Скорее всего таги. А, нет, стой, какой таги? Рек. Это восток. Файтер живой? Так это не у файтера. Это походу по файтеру. Потому что он был снизу. Морис. Я живой, это ниже меня стоял, где файтер. Ты прям напротив меня, да. Вообще там кьешь. Кьешь. Вот куда я целюсь, прям 5 метров от меня. Шайтан, он не поднялся, так он на меня вышел. Вон тебе взрыв. Убил его. Но это был свой. Он убил файтера, походу. Посмотри, что это. Что это за блядь? Штаб говорит, враг прошел на восток. То есть там только остаточные враги должны быть. Поэтому 3-4 потихоньку пошли. Принято. Артюр начал движение. Да, нам для дождя только не хватало. Да ты вейкер пронесся. Передо мной окоп покопает, правда? Чей пуск?
Вейкер, по тебе пуск? Вижу шел, так вот так вот впереди, кажись. Кто сейчас работает? Враги вижу. На КВ. Точно. Мой бег под елкой еще живо за елками прячется. Там два врага. Где ГП, там два врага. Я ГП шел сейчас. Сейчас? Я ГП шел. Значит, нас какая-то удержит. Кто у нас лежит раненый на этом? Ты, Морис? Не, я не ранен, это просто один раз осколком упали. Ну, кровь там под тобой. Видишь, тебя, значит. Так, спускаются с горы. Да, враг. Морис, над тобой. Наблюдаю, да. Запад, спускается. Это командир какой-то, вали его. Убил? Морис? Греб? Я под огнем. Две трубы по мне? Нихера себе остаточные силы врага. Сейчас скажу точно. БТР, да, 2.4. БТР-70, 2.35. Все остальные 2.4. Спасибо. Бля, я думал, что пизда будет. Это как ты это объел? Короче. Ну запрашивай файтер сам. Мы пешком выдвигаемся. Пизда, еще одна бэха, блядь. Минус. Вот эту палатку разложили. Это медики. Медпалатка с собой таскается. Наши впереди уже пошли, да? Так, на западе лес, мы в него не ходим, не переходим вот эту поляну. Как что, ранен? А, по мне. Блин, сейчас убьет. Шкерся.
хорошо. Да, да, в тот дом, в тот дом. Только ровно в окно попробую попасть. Файтер, ищи зеленую двухэтажку. Нашел, с железной крышей, так? Угу. Прямо да, туда, да, нахуй, да, посадил. СВДшка чья-то. Там ваши были брать, что я мать. Ближний контакт у кого-то. Точнее пехи носится. С башни сюда работает. По мне летит. Ты ШК что ли, блин? Был убить его, кто делал пуск. Вот это что за СВД там прям в упоре? Барса, барса, барса. Северо-запад, враг может подойти. Коста жив? А у вас на флаг кто-то поднялся, давай. Так, все, я на флаг. Да, я позовем. Поднимаю флаг, пацаны. Давай. Прикрывайте, прикрывайте, поднимай флаг. Противника много. Зашел. Надо быстрее поднимать, видим сразу. Надо просто бежать уже нахуй. На дальний. В КВ сказал. Борис, ты с живой, ты среди живой, да, я лезу. Да. Я подавляю по окнам, давай. Давай, хорошо. Поднялся. Поднялся, хорош. Штурмуем, ебать. Ух, толпой, задавим. Отлично, отлично. Следующий давайте. Медик нужен. Все, это третий флаг, это третий флаг. Все, пацаны, блядь, врубайте гимн Черноруссии, мы победили. Нам сказали, на 140 от замка пехота. Есть, отлично.